Здравствуйте. 4 октября в 9 часов 40 минут на 195-м километре трассы М2 Крым под Тулой в районе деревни Струково произошло массовое ДТП. Предполагается, что аварию спровоцировал 58-летний водитель большегруза в составе седельного тягача «Манты» КЭКЭЗа и полуприцепа «Шмидц». При обгоне он совершил столкновение с попутным «Лада Ларгус» под управлением 69-летней женщины. После удара «Лада» столкнулась с попутной «Газелью», которая от этого опрокинулась на бок и столкнулась с грузовиком «Ивэко». В результате ДТП пострадали 45-летний водитель автомобиля «ГАЗ», а также его пассажиры, 43-летняя женщина и 3-летний мальчик. Несовершеннолетний пассажир госпитализирован с различными травмами. В момент ДТП ребенок находился на пассажирском сиденье по центру, без детского автокресла. Берегите себя и своих родных, не забудьте подписаться.